Может ли витамин D синтезироваться в организме при любых условиях? Достаточно ли для синтеза витамина D простого пребывания на солнце? И зачем дополнительно принимать витамин D, если он и так может синтезироваться в организме? Это экспертное мнение. С вами Дарья Киншт. Давайте разбираться. Солнечный витамин D действительно может самостоятельно синтезироваться в организме. Этот процесс происходит в коже под воздействием солнечного света, но только при определенных условиях. А именно, только под действием ультрафиолетового излучения спектра B, которое достигает поверхности Земли далеко не во всех регионах, только с определенной длиной волны 290-319 нанометров и только в определенное время суток, в основном с 11 утра до 2 часов дня, когда интенсивность ультрафиолетового излучения этого спектра достаточно для синтеза витамина D. Вы знали об этом? Смею вас заверить, что это было известно даже далеко не всем специалистам. Есть и другие нюансы. Например, особенности синтеза витамина D задуманы изначально природой. Например, у людей с исходно светлой кожей синтез витамина D замедляется, как только они загорели. А люди с исходно смуглой кожей вообще находятся в группе риска, поскольку у них синтез витамина D в коже минимален. И самое главное, если витамин D в коже выработался, он активно переходит в кровоток только при интенсивной физической нагрузке. Если мы просто сидим на солнышке, большая часть витамина D так и останется в коже. Кроме этого, современные условия жизни накладывают еще и дополнительные ограничивающие факторы, влияющие на синтез витамина D в коже. Доказанные факты. Полная облачность уменьшает солнечное излучение на 50%, а тень на 60%. Ультрафиолетовое излучение нужного нам спектра не проникает сквозь стекло. Поэтому воздействие солнечного света в помещении через окно не приводит к синтезу витамина D. Синтез витамина D снижается при повышенной загрязненности атмосферного воздуха. Солнцезащитные крема с SPF более 8 уже блокируют синтез витамина D в коже. Кроме того, что многие территории расположены в зоне низкой инсоляции с небольшим числом солнечных дней в году, глобальное потепление привело к еще большему уменьшению солнечных дней за последние десятилетия. Поэтому нам необходимо восполнять этот жизненно важный витамин извне, не надеясь на собственный синтез. Это было экспертное мнение. И сегодня мы разобрались в том, что далеко не любое солнце может привести к синтезу витамина D в организме, а также в том, что есть масса факторов, влияющих на этот процесс. В следующий раз мы поговорим о южном солнце и о его взаимоотношениях с витамином D. Удачи и до встречи!